Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзорчик для полуночников, скажем так. Вот такой вот смерти с порочным пактом. Максимальная прокачка 12-12, пакт 8-8, 7-7, грубая сила, топор, ангел. Правда, единственное, в снаряге стоит выпад. В созвездиях я тут не особо ролил на урон, то есть так, в принципе, без созвездий тоже будет неплохо, думаю. Вот такие у нее статы, атаки, как видите, до 10 тысяч мы бонусами набрали уже плюс 12,5. Жизни тоже немного, в полтора раза больше набрали бонуса. Что можно сказать про героя? Герой довольно-таки неплохой, но за счет того, что он старый, у него нету там разнообразных, куча разных встроенных талантов, умений, там смерть просто тупо шарахает 9 юнитов, восстанавливает себе очки от наносимого урона, то есть чем больше урона, тем больше она себе восстановит. 340%, ну там бешеный у нее урон, это я вам сейчас покажу. Где применять? Ну, раньше ее использовали на битве гильдии, сейчас она очень быстро сливается, возможно, я на следующей битве гильдии ее потестирую. А так, она не жилец, скажем так, для нынешних, ну, нынешних реалий и героев. Очень-очень устарелый герой, сливается быстро. Максимум, где можно сейчас использовать, если вы находитесь в топе, конечно же. Если вы обычный игрок, то вы можете ее использовать против таких же, как вы. В принципе, она нормально будет заходить, но в топе ее просто разнесут. Использовать на подземках. Давайте сейчас возьму немножко другой топ. Давайте тут попробуем. Стрелка нету, отлично. Ну, попробуем отсюда забежать, если получится. И посмотрим заодно сейчас урон, что у нее получается. Как видите, она вроде как и герой дальнего боя летающий, но очень медленная. Скорость атаки большая, а медленная. Вот так вот, минус сразу 5 героев. Ничего тогда. Смотрите на Анубиса, как она Анубиса. Ну. Не хватило чуть-чуть. Но минуснуло, конечно, красиво. Не знаю, сколько там было. Сейчас мы еще потестируем. Вот поэтому она не особо там имбовая, но так чисто для прокачки силы есть смысл ее качать. Так, тут у нас стрелок. Можно, конечно, сейчас ремочку поставить рунами. Меньше, правда, урона будет. Но зато будет сразу ультовать. Сейчас так, наверное, сделаем. Тут стрелок. Одни стрелки в игре. И тут стрелок. Да дайте какой-то раз, то без стрелка уже. Жесть просто. Раньше плакали, стрелков нету тут. Вот вроде нету. Поехали посмотрим. То есть у нее максимальная прокачка, бьет 9 целей, там, по-моему, 340% урона, кулдауна нет в этом, плюс вместе с Валькой, с Купидоном она вообще там будет быстро заряжаться, как пулемет будет, в этом ее, скажем так, плюс. А так, в принципе, в ней ничего там особенного такого нету. Ну давай, 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 давай. Разок хоть вот пультани. Ну да, жесть просто. Ну давайте еще разок. Так, это не он. Попробуем где-то подальше запустить. Кто там разброс? Очень медленная, то есть это ее самый основной. Ну и жизни немного. А плюс, если на отражалку попадет и урона у него, тут еще минус 20%, она себя с бабашкой сливала сразу практически. То тут тем более будет шататься. Так, Валька.
Я буду смеяться, если сейчас Валька еще убьет. Так, смотрим. Душек уже бьет. Ну давай, одну ульту дай. Вот так вот сразу минус 5, там практически всех слило. Ну жестко бьет, конечно, тут ничего не скажешь. Так, 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 так. Давайте поставим все-таки ремочку сюда. Немножко урон у нас будет пониже, но хотя бы приблизительно посмотрим, что же у нее получается на сегодня. По дамагу именно в такой сборке. Блин, тут героев нет. Тут, конечно, ее с одной тычки могут вынести юнита. Вот видите, еще один минус, бьют юнитов. Я ее, честно говоря, не использую. Практически можно там на подземках использовать. А так, на битве гильдии некоторые используют ее. Можно, но есть герой более, скажем так, универсальный, чем она. Ну, что-то вообще печально все. Ладно, давайте посмотрим топ пониже. Качать ее в любом случае надо будет, хотя бы для судьбы. Ну, так как-то там не очень она заряжает, честно говоря, с ремкой. Ну. Не успевает. тысяч, где-то приблизительно как ара, на которого обзорчик есть, где-то так. То 70, ну ворожей слила, смотрите, 400, непонятный, в общем, урон нестабильный, скажем так. Так, а ну тут, ух ты, 360, нехило так. Можно ей поставить, конечно, воодушевление рунами. Так, еще заходик, 340, 500. Вот сейчас вот было получше. А ну-ка сейчас пусть ультанет, еще Купидона выпустим, попробуем. Пусть энергию наберет немножко. Вот сейчас Купа пустим. Ух ты, жестко. Вот это было уже пожестче. Так, ну-ка давайте так и Купидона. 736, вот это уже урон. Это уже что-то похожее на урон. Отлично. Да, с Купидоном смотрится намного ярче. Так, ну что, давайте затестим ее в подземках. Так как основное применение ей там будет. Больше я пока применений ей там особо таких. Так, ару. Ару можно, в принципе, убрать. Поставим хранителя, наверное. Ремочный, так, смерть. Тут давайте поставим сейчас железную волю на подземке, чтобы она не стамилась. Так, Фрея. Вместо Фреи сейчас тыковку. Купидон, ворожей. Ну, вроде нормально. И пойдем на подземочки. Так, жестокая. Ну, уроном, конечно, она радует. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Здесь показывать она. Так, ну, бьют юнитов. Ну, и плюс она себя хилит хорошо. В таком случае. Сейчас пусть юнитов. Давайте так еще тыковку тут выпустим.
Тут Купидона. Ух ты, там прилетает жестко. Ну. Фига себе, какой там урон. Посмотри, я не знаю, ребят, это на повторе. Вы в замедлении посмотрите. Ну что-то нереально жесткий урон был. Ну-ка, еще разок. Так, ну тут Анубиса, конечно, идеально выпустить было бы. Ну, попробуем сейчас вместе с ворожаем. Смотрим внимательно сюда. Сейчас они немножко юнитов подобьют, и она уже будет бить. Так, это ворожай ударил. Вот такая же смерть против нее. Вот Меса подошел. Да, блин, убили. Так. Блин, не хочется Анубиса использовать, потому что он сейчас больше мы не сможем толком посмотреть. Давайте еще разок. Так, так. Если что, магию используем. Ну, там он с плюшки сносит сразу. Даже незаметно. Героев. Вот так вот. Теперь сейчас будет самое интересное, главное. Вот 4 миллиона, по-моему, или это мне показалось, не знаю. Сейчас я Мессу приморожу. Она там миллион с руки просто сносит. Ну как-то вообще непонятно. Ну в любом случае дамаг бешеный. Давайте сейчас попробуем на подземочках десятых именно. Давайте 5-5-5-5. Кошмарка. С пятерки начнем. Мы тут попробуем сейчас на черепе разгон взять. Смотрите, что здесь делается. Это просто жесть. Я даже не успел ничего сделать. Тут реально она просто ушатала. Потому что тут, как видите, у меня все герои. Ну, то есть по фератам, да, там есть ворожей еще. Но это такое. Давайте еще разок. Вот так вот издали. Просто посмотрим даже на урон. Вот выпускаем всех стыковки. Вот пошел баф. Вот смотрите. Просто жесть. Железная воля на ней и все. Она не станется. Максимальный набор. Валька, Купидон. Разгон. Все. Вообще просто изи. Давайте сейчас попробуем. Шестерка. 6-10. Ну, попробуем отсюда через три антика выпустить всех. Ну смотрите, как герои просто все. Просто все пропали. Ну там остались у нас теперь только эти демоны, это понятно. Ну жестко сносят. Жесть, короче. Зачем Анубис? Вопрос. Если у которого кулдаун, если тут без Анубиса просто жесть.
Так, ну идем на семерку. Самое интересное. Посмотреть на нее здесь. И запустим ее, наверное, с этой стороны. А, и ушатали ее. Ну, блин, сливает героев, отлично. Нужен, конечно, заход удачный. Я там тотем и, конечно, не обезвредил, но что такое? Ну, фиг его знает. В принципе, тут и бывашной хватает, но это, конечно, дамажит. Тут нужен танк какой-то, чтобы кем-то танковать. Давайте сейчас попробуем хранителем запустить это все дело. Хотя бы выживет, потому что тыковка сливается очень быстро, и тотем мы пообезвреживаем. Вот так, раз, два. Я опять начал с тыквы. Ну, уже получше. Но все равно, ну тут надо, конечно, удачный заход искать. Ну, можно, можно. Один зал, в принципе, и все. Тут надо, чтобы малышей Ников она убрала очень быстро. Тут уже рандомчик немножко, потому что Анубис имеет много целей, а это всего лишь 9. Но тут плюс кулдаун не тревожит. Попробуем 7-9. Тоже интересно, просто героев очень много, чем больше героев, тем сложнее это все будет. Ну, я смотрю, неплохо. Смотрите, 36, 37. Выжигло, выжигло просто. 40. Ну, тут осталось немножко, 41%. Самое основное, ребят, она Анубисов просто ушатала. Тут Ронины остались, они нам помешали, но Анубисов она просто разобрала. Жесть, короче. Зачем Анубис? Вопрос. И 7-8 хочу там поменьше. И героев, но тоже у многих есть проблемы. Можно даже кого-то с буферов убрать, и будет тоже неплохо поставить танка, потому что тыковку быстро сливают, когда она первая. Так, ну тут раз, два, и начиная с тыковки всех выпускаем, они подбегают, мы морозим. Ой, да отлично, вообще отлично. Ну опять Анубисы мешают. Ну, можно, думаю, можно. Пишите комменты, если хотите, попрохожу подземки таким составом, покажу. Возможно, кого-то поменяем. Ну, состав, в принципе, неплохой. Можно даже сюда заклинательницу ту же самую взять. Так, давайте посмотрим на ее урон еще на экспедиции. Очень интересно на это глянуть. Так, надеюсь, расстановка без стрелка. Отлично. Ну. 200. Ну, такое себе. Давайте поставим. В общем, сейчас подземки пройти вообще не проблема никакая.
Героев более чем предостаточно для этого. Так, 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 так. Смотрим. Сейчас ульта должна хорошая прилететь, если крит пойдет. 296 в районе 300. Это очень неплохо. А ну-ка, под Купидоном. Можно даже так, хранитель, Купидон. Все, сразу пропали. Сразу же там какая-то обратка прилетела у кого-то. Так, а ну-ка, под одним купом. Ну, жестко. Однозначно, очень крутой урон. Но все же мне интересно попробовать еще разок. Не останется, видите, тут все-таки надо железную волю. Не хватает. Не успевает она. А вот железная воля, даже там четверка, пятерка с головой хватать будет. В общем, вот так вот. Не знаю, пишите комменты, как вам. Мне, в принципе, нравится. Попробую ее на битве гильдии потестить. Думаю, покажет себя неплохо, неплохо. Так, успели заморозить или нет? Ай, блин, там медуза нам помешала. Воу-воу-воу, полегче. Так, ну что... Сейчас она должна просто с Ронинами в кулдаун попасть и все. Посмотрите, как в стане стоит. Железная воля закончилась, все, там тыковка просто с Купидоном уже трешует. Ну. А, у нас и отхила нету. Только питомцы. Ну, жестко, жестко, конечно. Здесь может смысл даже на нее психощит, да, видите, стычки ушатали. Поставить психощит на нее тоже, думаю, будет очень интересно. Да, тут нас, конечно, жестко поимели. В общем, вот так вот, ребят, такой вот герой, не знаю, пишите комменты, где вам его еще потестировать. Ну, я больше не вижу вариантов, как битва гильдий и подземки. Для этого, если у вас нету Анубиса, но есть ресурсы, есть смысл ее прокачать. В принципе, при определенных прокачках можно будет ее использовать. А так урона у нее очень-очень прилично. Шатать может, в общем, так. С БВшкой она тоже была очень крутая, но тут, блин, урона в два раза больше. Единственное, она не особо жилец. Ну и юнитов бьет. Ну, если будет достаточно энергии, будет все просто изи. Ну, вот сразу же моментально ушаталась. В общем, вот так вот. Все, пишите комменты, обязательно участвуйте в конкурсе на огнекрыла. Ссылочка внизу. Всем удачи, всем пока.